Сегодня мы наконец-то решили устроить себе долгожданный выходной. Собаки остались дома, потому что им надо было делать уроки. А мы приехали в одно из самых красивых мест в Москве, и ничего не предвещало беды. Никит, здесь так красиво! Вся Москва как на ладони! А, это что, парк Горького? Не знаю. Там бинокль, пойдем посмотрим. Давай. Так, парк Горького. Там кафешка, в которой мы когда-то сидели. О, там собаки, похожие на наших. Дай посмотреть. Так, где ты их увидела? Это наши собаки. Такого языка, как у Джонни, ни у кого нет. Не выдумывай, язык это частое явление у мопсов. Тем более наши собаки никогда бы не ушли без спроса. Вот смотри. Алло, собаки, вы дома? Ну что, вам много еще осталось? Собаки, не переживайте. Мы уже через 5 минут будем дома и поможем вам доделать. Вот какашки. Побежали. Фух, кажется, успели. Осталось 1 минута до их прихода.